Больш як 40 установ средней специальной и профессионально-техничной эдукации приняли удел у Восинским кермаши, который прошел у минулую субботу у Гомеле. Гандлевые рады растягнулись по проспекте Перемоги от улицы Кирова до площади Паустання. Свои товары представили колледжи и лицеи из всей области, у тем лику 16 гомельских. Мебля, кухонные принадлежности, швейная и кулинарная продукция, огороднина с уласных подворков. Усім гэтым были рады поделиться установой эдукации. У сувязи с богатым урожаем садовины сёлетняя тема кермашу – яблочный фест. Каждый год мы выбираем определенную тематику, в которой все учреждения образования оформляют свои места. В этом году тематика «Яблочный фест». Для учреждения образования польза идет, во-первых, это выручка, реализация продукции. Но кроме материальной выгоды, есть еще выгода профориентационная работа. Это обмен опытом, потому что не часто учреждениям образования удается собраться в всей области, посмотреть, какие новые наработки у других организаций и учреждений. Берут мелочь, берут в основном разделочные доски, лопаточки берут, интересуются мангал. Очень скамеечки, все, что для дачи, для быта. Мы анализируем рынок и поэтому стараемся максимально сделать изделия те, что нужно людям. Ну и торгуем как можно дешевле, для того, чтобы и нам было прибыльно, и народ, город Гомель повеселить. Что-то люди пришли, приобрели. Специалисты кажут, что бачать у подобных мероприемствах одразу несколько плюсов. Это экономичный эффект, профессийная ориентация и працонная занятость навученцев. До речи, концертную программу так само подрихтовали установы эдукации, творчие коллективы педагогичных колледжей в области.